полчаса блуждания по хамырям, всякими зигзагами, слева направо, справа налево. Все, не хочу я больше этого моря, этого пляжа Любимовка. Можно собираться ехать домой. И вот шел 505-й день нашего блуждания по пустыне, а точнее по доблестной Любимовке. Если вы думали, что вы вот так вот легко обогнете речку Бельбек и попадете на ту сторону, шиш, не бывает этому. С одной стороны на другую попасть не так уж легко. Нужно фактически вернуться назад, а точнее дать круг, наверное, в метров 300-350. И ну, это судно-навигатор. И может быть, мы попадем все-таки на ту сторону. Но это не точно. Может, где-нибудь сейчас по дороге утонем и вообще никуда не попадем. Так что, если вы увидите это где-нибудь в новостях, не ходите так, как ходим мы. Полчаса плукания по зарослям камыша, тропами Сусанина. Мы обогнули полюбившуюся мне речку Бельбек. И с одной стороны пляжа Любимовского, чистого, целебного, мы попали на ту сторону, куда я хотел, куда планировал, где более чистая вода, не тронутая непогодой, где не снесло грязь. Поэтому полноценно можно было выходить на одну остановку раньше. Не на конечную ехать, а выйти. Здесь как раз автобус делает остановку. И уже бы, пройдя минут 5, мы были бы на самом пляже. А так мы обогнули очень много неприятных маршрутов. Потратили кучу времени и сил. Вот зашли мы на сам. Как понимаю, здесь считается центральный пляж.
сразу отели. Слева у нас корпуса. Справа та самая речка Бельбек. С одной стороны, которой мы пытались попасть на эту сторону. А в итоге прошли ее по мосту. То есть полноценно было бы вернуться назад и уже оттуда, перейдя по мосту, вернуться сюда. Стоят номера, гостиницы, предоставляются людям весь спектр услуг. Вот даже написано наверху, там что-то продается. Тут у нас всякие круги, шлепки. Все как всегда на всех курортах. Все для туристов. Ну, где-то до самого пляжа входа метров 100-150 по прямой. Интересно, там получается можешь номер потом его сдавать. Вот такой вот комплекс, Любоморье называется. Для тех, кто не знал, в частности, как и я, ехать на маршруте 52 с северной стороны Севастополя, площади Захарова, минут 10-15 на маршруте 52 и выходить, просите сразу, на комплексе Любоморье. Не будете ходить кругами в поисках чистого ухоженного пляжа, так как делали это мы. Вот такую вот глупость мы сделали, друзья. Где-то вышли мы вот там, прошли на вот этот пляж, грязный, неухоженный, без спасательных будочек, без всего. Посмотрели, на какое чистое здесь море. Решили чуть-чуть вернуться, чтобы сразу сюда пройти. По воде плыть не стали, рисковать. Пошли в обход по камышам. В итоге вернулись назад. Прошли по центральной части. Прошли по мосту речку Бельбек. И вот попали через турбазу Любоморье. Мы попали на ее пляжик. Вот это да, вот это, конечно, я понимаю. Бимовки — чистый ухоженный пляж. Тут уже спасательная вышка, вроде как обратно спасали. И всякие аттракционы, батуты. И все для туристов. Чистенький ухоженный пляжик, он урны стоят с пакетами, мусора здесь нету. Мелкая песчаная фракция. Так что очень даже можно рекомендовать его. Малого подсушило.